Форум «Бумеранг» — это не только подготовка и выпуск сюжетов, клипов и роликов, кино и мультфильмов. В первую очередь, это все-таки талантливые личности, с которыми мы знакомимся каждый день. Я уже не первый год на «Бумеранге», поэтому я считаю, что я теперь тоже полноправный член этого фестиваля «Бумеранг». И мне, например, очень интересно смотреть, как ребята работают. Мне интересно, что вы, какой результат вашей работы. Поэтому я не просто так. Я и помогать приехала. А так посмотреть, что делают, это мне и дома можно посмотреть. Поделиться своим накопленным опытом и бесценными знаниями по журналистике на форум прибыла сама Татьяна Александровна Судец. Популярная телеведущая и диктор, заслуженная артистка Российской Федерации, позитивный, открытый человек и большой мастер своего дела. Всегда оставайтесь людьми, всегда говорите прямо и открыто то, что вы чувствуете и то, что вы видите. Потому что это дорогого стоит, не каждый отважится говорить правду. Татьяна Судец – человек без возраста. Для большинства телезрителей она так и осталась тетей Таней. Она вместе с Хрюшей и другими персонажами укладывала спать советских и российских ребятишек 25 лет. Наши родители тоже ложились спать только после того, как посмотрят любимую передачу «Спокойной ночи, малыши», которая выходила в эфир почти каждый день. Вот так и заканчивается эта сказка. До свидания, ребята! Кар-кар-кар! Желаем вам спокойной ночи. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Вечерняя программа «Спокойной ночи, малыши» была не только развлекательной, но и познавательной. Дети обожали ласковый голос, добрую и обворожительную улыбку ведущей и, конечно, персонажей, помогающих тете Тане делать передачу интересной для детей дошкольного и младшего возраста. На своем мастер-классе она дала много простых, но очень полезных советов юным медийщикам. Татьяна Судец дала нам много советов, которые пригодятся в тележурналистике. Например, как правильно брать интервью, то, что во время интервью надо быть уверенным, держать ровно осанку. Также она рассказывала про артикуляционную гимнастику, чтобы улучшить свою речь. Татьяна Судец очень невероятный человек. Мне очень понравились ее мастер-классы, хоть я и фотограф, но мне было очень приятно ее слушать, и все равно я взяла что-то для себя новое. Главное качество популярной на все времена телеведущей – неповторимая улыбка, природное обаяние и неиссякаемый оптимизм. Еще ярче проявились в программе ток-шоу, куда пригласили Татьяну Александровну ребята из отряда «Юнпресс». Мне очень понравилось в сегодняшнем эфире, что на протяжении всей записи Татьяна Александровна прямо в моменте проводила мастер-классы для нас. И очень тонко подмечала какие-то вещи, в которых мы ошибались прямо на эфире. Давала советы на будущее, подмечала что-то вот такое тонкое. И я это для себя вот вынес какие-то такие инсайты и буду как бы дальше уже работать над тем, что она сказала и на ошибки, которые она указала. Безо всякой подготовки Татьяна Судец смело и честно отвечала на вопросы юных ведущих. При этом очень много шутила, а на серьезные вопросы ответила необычно, прочитав любимые стихотворения. Пока еще судьба дает мне шанс, пока звучит серебряная стрель, пока в моей душе звучит романс, пока еще мне звезды дарят нежный свет, я снова распущу свой парус и уплыву от горести в рассвет. Программа получилась интересной благодаря удивительной гости и мастерству ведущих, которые на практике проверили свои возможности и закрепили свои умения. Ведь будущее они мечтают связать с тележурналистикой. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Специалист форума Зульфия Шихова, команда, корреспондент Рушана Байгарина, оператор Аида Зинатулина, монтаж Рушаны Байгариной и Аиды Зинатулиной для Всероссийского открытого фестиваля форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг-2021».